Летний сезон нового для Воронежа и России вида спорта падл завершился на кортах в поселке Отрадное Новоусманского района. Открытый чемпионат на последних в этом году массовых соревнованиях собрал уже не только настоящих поклонников увлекательного, динамичного и доступного для всех желающих, независимо от степени их физической подготовки, модного спортивного движения, но и команды самых известных в Воронеже автомобильных салонов. Хотелось бы отметить, что падл набирает обороты, причем очень сильно развивается не только в городе Воронеже, но и в Российской Федерации. Значит, планируем дальнейшее соревнования проводить в следующем сезоне с выездом в Европу. Вот. Значит, дальше в наших планах строить зимние корты. Ну и как бы будем всячески развивать этот вид спорта. Уже приезжают люди с Москвы. Вот прошлый турнир человек приезжал специально поиграть. Современная инфраструктура падл-клуба позволяет принять одновременно несколько десятков участников соревнований или тренирующихся и активно отдыхающих. Здесь возможно забронировать у администратора апартаменты на двух или трех человек с возможностью дополнительного размещения детей. Можно организовывать корпоративные, семейные заезды для активного отдыха и тренировок или проведения любых праздничных мероприятий, потому что есть просторный банкетный зал и возможность использовать всю территорию спортивного комплекса. Для восстановления после соревнований, тренировок и просто для разнообразия положительных эмоций – русская баня с мини-бассейном. В любое время все готово для приема гостей и комфортного отдыха. А неповторимый колорит гостеприимству и радушию хозяев, которые уже сейчас смогли создать здесь территорию поистине семейного общения и доверительной обстановки, несомненно придают блюду национальной таджикской кухни, приготовленной под традиционным рецептом и обязательно на специальном масле со всеми пряностями, привезенными с родины шеф-поваров. Но все же спортивный дух здесь побеждает, и повышенный интерес к падлу, как очень популярному сейчас не только в Латинской Америке, но и в Европе виду спорта, воронежских пионеров его становления и развития вдохновляет на новые проекты. В октябре месяце планируем выезд в Испанию для того, чтобы встречаться с Федерацией спорта. Будем усовершенствовать спорт в России, посылать наших спортсменов в Испанию, испанцев привозить сюда, чтобы спорт падл вышел на международный уровень. И для этого привлекаем большие массы людей и в России, и в Испании, так как в Испании это очень распространенный вид спорта. И на сегодняшний день они практически лидеры в этом виде спорта европейском. Ну и плюс есть еще аргентинский падл, там немножечко выше уровень, но в Европе все-таки Испания. И на сегодняшний день будем сотрудничать именно с Испанией, встречаться с руководством, с федерацией и развивать этот вид спорта в России.